поле. Передача в штрафную. Вот шанс, как бьет по воротам. И это гол! Вот он, первый настоящий удар в створ ворот Тибо Куртуа. Кака сравнивает счет ударом головой. Там был рикошет от спины защитника. И это, наверное, во многом также смутило Тибо Куртуа. Но Атлетико пропускает со своей первоочередной задачей. Милан справляется. Но учитывая, что Милан пропустил на третьей минуте, ему этого, безусловно, будет мало. Подача Поли очень хороша. И это абсолютно нестандартная ситуация в матчах с участием Атлетико, когда в обороне так неудачно позиционно действуют защитники. Смотрите, Кака был один. От ноги Хуанфрана мяч летает в сетку.